он тебя как персонаж достал? И да, и нет, потому что только через этот образ можно широкой аудитории донести какие-то действительно истины, то есть показать, что ну вот это чушь. Да, это работает, но видите ли, в чем проблема? А проблема у нас здесь заключается в том, что инженеры всегда придумывают что-то умное для умных людей. Но, к сожалению, зачастую подобные вещи попадают исключительно в руки идиотам. Именно поэтому заводское изделие, а уж тем более самоделка кустарного производства, до сих пор не пользуется большой популярностью. Потому что подобное может произойти не только с вашей одеждой, но а также и с внутренними органами. Никому не рекомендую.